Приветствую вас, и подобное происходит по причине двух основных аспектов. Первый аспект – это ваше сопоставление с другими. То есть вот вы сопоставляете себя с мнением других людей, с их взглядами, с их точками зрения и так далее. И вы, не обладая каким-то своим устойчивым сформировавшимся мнением по какому-либо моменту, да, вы, значит, делаете так. Вы делаете выводы, что ваше мнение, оно не совсем правильно. И из-за этого возникает такая ситуация, когда вы очень быстро свое решение меняете. Вот это как раз таки говорит о том, что у вас не выработано свое как таковое мнение. Его нужно вырабатывать, и начинать нужно самого простого. То есть вот самых-самых таких моментов, которые наиболее простые для понимания. И следующий аспект, другой аспект, это аспект ваших потребностей, ваших желаний, вашей деятельности и ваших интересов. Вот определение их, вот этих моментов, поможет вам лучше понять, что нужно именно вам, поможет лучше понять, что нужно для вас, что вам дорого, ценно, интересно и так далее. И вот движение в этих двух направлениях поможет вам, собственно говоря, решить проблему, и лечиться вам абсолютно нечего. Тут нужно просто либо самостоятельно поработать, либо выбрать специалиста и со специалистом разобрать ваши проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.